Всем привет! Сегодня у нас снова саживание Palazzo Blue Beauty. Очередное. Моей паре уже почти 7 лет. Ну, точнее, самцу уже 7, самке где-то 6,5 лет. А вот они каждый год стабильно размножаются. Всегда их разведение идет после зимовки. Вот. То есть у них сезон разведения – это весна. Что характерно для самцов, у них весной всегда гон. Да, знаю, что это очень злобный. Они довольно агрессивно становятся в это время. И очень большой. Пойдешь к самцу? Нет, не сюда. Не сюда. Вот сюда. Идешь? Да, кто тут у тебя? Самка твоя есть. Твоя собственная. А больше ничья. Чего идти? Да блин. Вот так надо. Что характерно для этих полосов, что у них, в принципе, никаких проблем с разведением не бывает. То есть, если у вас есть хороший рабочий самец, то никакие там вторые самцы для стимуляции ему не нужны. Недавно как раз кто-то спрашивал в комментариях, что нужно ли еще одного самца иметь. В принципе, нет. Если самец активный, сам по себе хороший, здоровый, то ничего не нужно. Вот. Также у них нет агрессии друг к другу, никогда не проявляется. Поэтому, в принципе, саживание проходит спокойно и всегда эффективно. Но обычно, да, их всегда зимуют перед размножением, то есть у них сезон разведения – это весна, после зимовки. Вот они у меня отзимовали, я их разбудила, скажем так, да, опять включила обогревы верхние, вот, постепенно увеличивая, и покормила один раз, самец поел, и самка поела, и после этого я их садила, после того, как они переварили. Самка полиняла, самец тоже после зимовки, после еды. Вот. И я их садила. Что характерно для самцов, у них весной всегда гон, они довольно агрессивно становятся в это время и отказываются от еды. То есть вот он один раз поел после зимовки, видимо, чтобы у него были силы размножаться. Вот. И уже после вот этого саживания прошло порядочно времени. Самка уже три раза после этого поела, а самец все еще до сих пор отказывается есть. Кидается на еду, кусается, пугает и не ест, потому что он до сих пор еще в гоне находится. Поэтому, в принципе, если у вас есть несколько самок, то достаточно на них одного самца. Вот. Это что касается их размножения. Беременность будет длиться 2 месяца у них. Это всегда так, в принципе, если только не садить их случайно в не то время, как у меня один раз было, что они случайно во время уборки, я их посадила вместе, и они решили, что пора размножаться, вот, хотя была осень, и потом самка не откладывалась долго, она 4 месяца была беременной и отложилась. То есть это вот такая у них саморегуляция какая-то интересная такая. Вот. А так обычно, если весной саживаешь, 2 месяца беременность, потом она откладывает яйца, и еще 2 там с небольшим месяца инкубируются яйца. Как самка отложится, мы вам тоже покажем. Процесс снятия ее с яиц, она уже довольно спокойно реагирует на все это. Вот. Первый раз она такая не поняла, конечно, что это, почему у нее забирают яйца. А яйца желательно все-таки забирать. Мы об этом не раз говорили в других роликах, вот где как раз мы разбираем яйца, смотрим, инкубацию ставим. Вот. Все-таки желательно яйца забирать у них, чтобы больше малышей могло появиться на свет, чтобы не было проблемы с выходом. Все равно, когда самки сами высиживают яйца, там есть нижний ряд яиц. Бывает, что малышам просто физически не выйти, они умирают, погибают в яйцах, потому что им не вылезти. Такое тоже случается. Это нормально для змей в природе. Но зачем это все делать в условиях содержания в террариумах, непонятно. Поэтому нет ничего такого уж
для них такого никакого стресса, особенно от того, что вы забираете их яйца. Они буквально через там день уже не помнят, полдня, не помнят, что вообще уже было, и им абсолютно все равно. Они также питаются, и только самки лучше здоровья, она не голодает. То есть, если она сидит на яйцах, она все это время будет голодать и не будет есть, отказываться будет. Соответственно, похудеть за это время, ей нужно будет потом восстанавливаться. А так, в принципе, даже в целом каждый год она откладывает ну, от 15, 16, 17, 18 яиц, вот так примерно. И даже после этого она особо не худеет. То есть у нее организм не то, чтобы там как-то истощается особо за эти 18 яиц. Я ее хорошо кормлю. Во время беременности она ест долго. Кстати, она не из тех, кто отказывается от еды. Она у меня как-то, ну, бывало, что уже, да, ближе к концу беременности она не ест. Но это было как-то мало совсем, пару раз. Вот. А в основном она вообще ест всегда. То есть я предлагаю просто поменьше кормовые объекты размером. Если она возьмет, то возьмет. Специально я ее не кормлю. То есть нет такого, что так, все, тебе нельзя, потому что ты должна сейчас отказываться от еды. А она не отказывается, поэтому она ест. Ну, в общем, и никаких проблем с этим нет. То есть как-то так это все смотреть по ситуации надо. В принципе, они же все сами все понимают. Это инстинктивно все, поэтому если самка не отказывается, то значит надо покормить. Просто ну, не рискуйте, не давайте сильно крупную там кормовые объекты. Вот эти полозы у меня едят иногда и даже кроликов, маленьких мясных кроликов, кроличат там грамм от 200 до 300. Больше 300 им не удается съесть, они бы съели, но у них просто голова не заходит им в рот. Голова кормового объекта не помещается, потому что у кроликов крупные морды, и они их не могут съесть. Вот. Но, конечно, только заморозку, потому что даже с кроликом живым им вряд ли будет легко справиться. Они не могут хорошенько так сушить еду. Ну, в общем, ну я их всегда разморозкой кормлю, поэтому у меня это всегда так. Вот. Но когда вот она беременна, я, конечно, не буду ей давать никаких кроликов по 300 грамм. Я дам скорее подростков крыс, ей предложу парочку таких не сильно больших грамм, по 100, например, да. Вот, штуки две могу дать, вот уже ближе к концу беременности. Если она, ну, согласится есть, то я ей даю просто там поменьше. Вот. Во время первого месяца беременности я ее очень хорошо кормлю всегда. То есть она прогадится, переварила, прогадилась, и я снова ей предлагаю еду. То есть постоянно. И тоже разнообразие стараюсь вносить. То есть то крыс там дам, то кроликов, то цыплят, в общем, и вот так вот. Постоянно. И поэтому самка особо не худеет, остается в прекрасной форме даже после кладки яиц. Вот. А так как мы ее снимаем с кладки, то она, соответственно, и не худеет. Так что после зимовки она вполне себе такая хорошая, питательная, потом ест во время беременности. В общем, никаких сложностей нет. Самец, он более худым, кстати, выглядит, более такой тощий, потому что он то сначала в зимовке, да, потом он один раз поест, потом он в гоне, он может месяца два быть в гоне весной, и он не будет это время есть, он такой довольно поджарый, в отличие от самки. Тут даже видно, что у самки он шея такая толстенькая, вот, а у самца она более худая, жилистая, что ли, не знаю, ну, что-то типа такого. Вот. Самка хоть и меньше, в длину меньше, чем самец, самец почти 3 метра длиной, а самка, ну, не знаю, метра 2 с чем-нибудь, наверное, вот, с небольшим, может, 2. Я, честно говоря, особо так не мерила, ну, примерно так, на вид. Но она значительно плотнее самца. Но за счет того, что они размножаются зимой, то я не сокращаю их рационы специально, не уменьшаю, не устраиваю голодных месяцев для профилактики ожирения, потому что они и зимуют, и размножаются. Соответственно, у них нет склонности к ожирению. Это тоже хорошо, когда содержишь пару, когда она разводится, что не нужно еще следить за вот этим моментом. Вот, на этом пока все. Смотрите нас дальше. Расскажем вам про дальнейшее. Пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Следите за новостями.